Сегодня мы едем на фестиваль, посвященный Дню Победы, на поезде Победы. Скажите, так символично. А только что мы спускались по неработающему эскалатору. В честь этого дня без приключений мы же доехать не можем. Это два наших лучших солиста, как они думают. Вот, сейчас мы с ними поговорим. Как настроение, Ярик? Отлично. Куда мы едем? Прапорец Спасителя. Так, что мы там будем делать? Петь песни военно-патриотические. Что ты будешь петь? Так, 9 песен. Ну, например? День Победы. Так. Гимн России. Так. Гимн Москвы. Так. То есть понятно, что учил. Сводные песни учил. А еще что мы будем петь? Вечный огонь. Так. Продолжи. Не спеши, приумолкни. Учил. Хорошо. По памяти. От страха все правильно спел. Молодец. Назовите самые значимые битвы Великой Отечественной войны. Курская битва. Вот в камеру, камера здесь вот. Курская битва. Так. Красная. Какая? Сталинградская. Сталинградская. Ленинградская. Блокада Ленинграда. Да, потом битва за Пятачок. Пятачок. Так. Пятачок. Но это и есть Ленинград. Так, еще. О, наконец-то. Битва за Москву назвали. Надо учить. Учить нужно повторять. Ты выучил песни? Да. Надо еще получше. Ну, в принципе, все выучили. Но факт. Не факт, что все. А ты? А что можно сказать? По глазам вижу, что нет. Это радость со слезами на глазах.